часа два, не больше. Я к нему полпервого заходила, он живой был. Мне представить страшно, что здесь начнется. Сын Карасева умер от передоза в клинике пластической хирургии. Ой, Господи, чем же я тебя так прогневил-то? Кто принес ему эту гадость? Чем он ширнулся? Пока непонятно. Так, я должен звонить Карасеву. Борис, вызовешь милицию и потом зайдешь ко мне. Я все равно не понимаю. Но Илья покончил с собой. Какие к вам могут быть претензии, ведь... Ну, не вы же ему наркотик принесли. Ты Карасева не знаешь. Он землю будет рыть, пока виноватого не найдет. Дмитрий Иванович, он уже здесь. Где он? Пойдемте, я провожу вас. Прошу. Несчастный мальчик. Как ты думаешь, кто ему исполосовал лицо? Я не знаю, но, по-моему, не хулиганы. Понимаешь, бывают такие натуры, которые делают все как бы специально, назло. Если мне будет плохо, то волей или неволей ты обратишь на меня внимание. Он порезал себя сам. Возможно, даже стоял перед зеркалом, плакал и резал. Мстил отцу. А как иначе заслужить его любовь? Или на худой конец. Жалость. Разберемся. Проведем внутреннее расследование и, если это кто-то из моих... Расследование. Расследованием займутся мои люди. В крови погибшего обнаружен препарат. Одну секундочку. Дитилин. Анализ показал, что его содержание в несколько раз превышает допустимую норму. А что это за препарат? Это очень серьезный препарат, используется для анестезии во время операции. А также его используют наркоманы в своих целях. В вашей клинике есть такие препараты? Да, но они под строжайшим контролем. Ампула такого препарата вы не найдете в мусорном ведре. Тогда необходимо проверить журнал учета медпрепаратов. Я не понимаю, что вы ждете? Ну так ищите. Ищите, ищите, и побыстрее. Если хоть одно слово попадет в газеты, я вам... Да. Да, я думаю, кто-то из клиники. Всех проверяйте! Очень интересно. Не это ли мы ищем? Шкаф чей?
Все препараты учитываются, ведутся записи, украсть практически невозможно. Посмотрим. Ваши журналы уже проверяются. Николаевич, можно? Ну? Мне кажется, мы нашли то, что искали. В куртке Бориса Горских. Иду. Не нравится мне это все. Слишком уж гладко. Нужен шприц, пожалуйста. Ампула, на тебе. Подставой попахивает. А вот это мы сейчас и выясним у этого Горских. Борис, они что-то нашли в кармане твоей куртки. Что они могли там найти? По-моему, ту злосчастную ампулу. Скажи мне честно, ты как-то связан с этим делом? Дмитрий Иванович, но вы же знаете, что я ни в чем не виновен. Ладно, не до правды мне сейчас. Я не могу позволить, чтобы сын моего лучшего друга... Дмитрий Иванович, ну я же вам говорю, что я ни при чем. Ну как вы не понимаете? Я верю. Но пока не разберутся, наломают много дров. А я за тебя ответственен. Мне кажется, тебе срочно нужно бежать. Куда мне надо бежать? Зачем мне бежать? Я не понимаю. Ну, Дмитрий Иванович, ну что вы? Ну, взрослый человек, ну чушь несете? Ну куда мне сейчас бежать, Свет? Ты послушай, что Дмитрий Иванович говорит. Они тебя сейчас арестуют? Будут выбивать показания. Им же все равно, кого сажать. Да послушайте вы, ну я же не тайный агент. Я же не спецназовец. Я же медбрат. Я простой медбрат. Пробки. Димыч, ты все время опаздываешь. А крестник как мы? Ему ж сколько сейчас, наверное? Лет 17? Да бери выше, 25. Ну что, тоже будущее светило. У вас, у Горских, талант хирурга в генах. Медбрат в 5-й больнице. Слушай, а давай его к себе возьму. Ты серьезно? Ну, почему нет? Крестник все-таки. Эй! Где он? Он землю будет рыть, пока виноватого не найдет. Им же все равно, кого сажать. Горский! Эй, стой! Как это ушел? Как это ушел? Ты что? Найти мне этого подонка, поднять всех на ноги. Ко мне сюда этого подонка. Найти мне его сюда. Либо его, либо твоя голова будут лежать на этом столе.
Здравствуйте, Вадим Ильич, разрешили? А что-то не так? Да нет, все нормально. Просто отец сегодня с Ириной, они в Питер уехали. У него там операция. Приедут только завтра. Ну вы уж, пожалуйста, до утра поставьте ее на место, а то профессор не одобряет, когда вы машину берете. Да, хорошо. Счастливо развлечься. Боря, тебя везде ищут. Я прошу тебя, скройся где-нибудь на несколько дней. Ну, пока все не утихнет. Дмитрий Иванович, помогите. Хорошо. Дмитрий Иванович, я не знаю, что мне делать. Хорошо, я постараюсь тебе помочь. Я уже говорила вашим. Я к нему, к Илье, зашла где-то после обеда, в половине первого. Он лежал на кровати. Он спал или бодрствовал? Я не помню. Я не обратила внимания. Почему же вы не поинтересовались? Или это не входит в ваши обязанности? Ну, я не знаю. Мне кажется, это нормально. После обеда человек отдыхает. Зачем я буду ему мешать? Дальше что? Ничего. Я заглянула, все было в порядке. До укола оставалось 2 часа. Борис, Боря! Там новенький, у которого лицо изуродовано, он орет. Мне кажется, ломка у него. Какая ломка? Абстинентный синдром. Бегом, Боря! Я к вам потом зайду. Уберите руки! Не ори на меня! Уберите! Да я тебя сейчас руки убрали! Вон! Уберите руки! Илья, что с тобой? Руки. Илья, успокойся! Да мы тебе поможем! Я знаю тебя, я! Света, не лезь! Иди сюда! Нет, нет, покажи мне тело! Ты! Да пошла вон! Стоять! Сука! Ты куда? Успокойся, Илья! Да что с тобой? Успокойся! Ты успокойся! Ты! Скалите мне что-нибудь! Я знаю, у вас есть! Я заплачу! Сколько? Да отпусти ты меня! Позвони Димычу и Марка, вызови! Да, сейчас! Илья, успокойся! Да из меня палач жилы тянет! Сними эту пластинку, блин. Не вставляй мне эту лабуда про любовь. Что поставите? Давай по року пройдемся, что ли. А где диск? Да вчера я его точно видел. Посмотри на заднем сиденье. Да ну нету здесь нифига. Ну под сиденьем глянь. Я тебе говорю, здесь нет его. Катюха! Да ну не плачь, не плачь. Помоги мне. Иди аптечку неси. Ну не стой, ищи.
Давай, давай, давай. Мы его убили! Да не ори ты! Да ну что ты стала? Неси аптечку! Какого черта мы его подобрали? Да не гони ты так! Он пока не собирается умирать, а нас ты запросто угробишь. Да молчи! Все из-за тебя! Диск она не могла достать! Что? Из-за меня? А кто меня за коленки трогал? Как ему теперь за машину разбитую заплачу? Ее сейчас угонят или разберут по запчастям. Кто будет отвечать? Да он и ответит. Смотреть надо, куда несешься. Нас того никто не видел, так что оставим его в больнице и смоемся. А куда мы едем? Мы тебя на дороге подобрали. Иномарка стояла разбитая, ты там без сознания. Куда мы едем? В больницу. Ты в аварию попал? Не надо в больницу. Я сам врач. Что, правда? Так что тебя прямо здесь высадить? Меня нужно было там оставить. Я из города уезжал. Машина моя где? На трассе, я думаю. Ладно, раз вы меня обратно вернули, ну, значит, так оно и должно быть. А сумку мы вы не прихватили? У меня там все. Ключи, документы, мы деньги. Мы так перепугались, что нам не до этого было. Ну и что мне делать теперь? Так а тебе что, ночевать негде? Ну... типа того. Ну, можешь у меня перекантоваться. А завтра что-нибудь придумаем утром. Да, кстати, меня Олег зовут, ее Катькой. Борис. Слава богу, что ты жив хоть остался. Ты ж без сознания был, я думал, вообще кранты. Надо ж так угораздило. В рубашке ты родился, Борька. Да не дергайся. Да я не дергаюсь. Не дергайся. Я вообще не представляю, что мне сейчас делать. Та машина эта раздолбанная, в ней все оставил. Документы, ключи, деньги, все. Ну туда соваться теперь глупо, там, наверное, ментов уже куча просто. Еще завтра отец с женой приедет. Я что ему скажу? Он меня убьет. У меня ощущение, что он ее любит больше, чем меня. Жену? Да машину. Так а жена твоего отца, она что, не мать тебе, что ли? Ирина? Да нет, отец с матерью моей развелись, когда мне было лет 5. Ну, мне мать тоже одна воспитывала, и ничего не жалуюсь. А меня мать вообще не взяла с собой. Как это? А вот так. Оставила в семье потомственного хирурга, чтобы из меня то же самое выросло. Как долго это будет продолжаться? Что? Что? Стыдно. Понимаешь? Нам с Ириной стыдно за тебя. Вадюш, не заводись, пожалуйста. У тебя сегодня операционный день. Мне стыдно признаваться, что мой сын медбрат. Обыкновенный медбрат. Почему стыдно? А потому что люди думают, что у тебя мозгов не хватило на институт. Нет, честное слово, когда меня спрашивают, чем занимается мой сын, у меня язык не поворачивается сказать, что он утки за больными выносит. Ешь, пожалуйста, а то опять уйдешь голодным.
Вот вчера, кстати, встретил Павловского. В Министерстве здравоохранения, мой однокурсник. Как, Борька, понимаешь? Помнит имя, представляешь? А что ему отвечу? Она подумала, что мне так будет лучше. Короче, ладно, проехали. Да, попали. Не, ну так влипнуть из-за... Короче, не дрейф, Борька, я завтра один туда съезжу, посмотрю, что там с этой машиной, с сумкой, ну, как там наладится все. Нет, ну самое обидное, что меня же за преступника сейчас держат. Машину профессора, и в ней вещи подозреваемого. Машина разбита в дорожно-транспортном столкновении. Да и стоит брошенная на 18-й дороге в 23 километрах от города. Нужно объехать все больницы. Обратить внимание на неизвестных без документов. Выполняйте. Так точно. Я уже отправил ребят в ближайшую деревню. Пусть там поспрашивают. Спасибо. Давай руку. Давай. Спасибо. Прошу прощения. Мне нужно с вами поговорить. Чем обязан? Мы разыскиваем вашего сына, Горских Бориса Вадимовича, по подозрению к продаже наркотиков. Что за чушь? Секундочку, давайте поговорим. Малышек, вы понимаете, с кем вы разговариваете? Да, вы профессор Вадим Борисович Горский. У моего мужа была сложнейшая операция, а вы пристаете со своим бредом, Борис Иванович. И тем не менее, ваш сын в бегах. Позвольте вам не поверить. Ну, это ваше право. Но оказать следствию помощь вам придется. Катюша, ради бога, я прошу тебя, не волнуйся. Я не волнуюсь, не волнуюсь я. Ну что там? Да что, менты там. В общем, документов больше не достать. Что делать будешь? А что, у меня два варианта. Либо залечь на дно и ждать, пока не найдут настоящего виновника, либо самому искать. Ну, можно еще сдаться там. Да, чтобы они на меня всех собак повесили. Ну так, а Димыч твой, он что, не заступится? Димыч? Димыч хороший человек, но, понимаешь, он давний друг моего отца. К тому же он мой крестный. Ну и Жужи, понятно, что он будет меня прикрывать. Ну так, что будешь делать? Ну попробуй найти Машу, подругу Ильи. Да, за одежду огромное спасибо. Большая правда, но теплая. Не за что. Да не знаю, чего такой дурак. Наверное, батя назло хочу. Не, ну в любом случае он любит тебя. Да себя он любит и свою говняную фамилию. Потом нашел ее, Машку. Она, знаешь, какая... Не такая, как все. Машка – это улет. Машка – это ураган. Ну и что? Ты от нее никуда не денешься. Она живет в соседнем подъезде. Мать у нее
По телеку постоянно показывают. Актриса, что ли? Да. И Машке, между прочим, ее единственная дочь. Добрый день. Добрый день. А вы не подскажете мне, Маша Липская дома сейчас? Липская? Липская, подруга Ильи Карасева. А ну, пошел отсюда. Пошел отсюда, наркоман проклятый. Умерла Машка. И Илья твой туда же. Когда она умерла? И вы скоро сдохнете. Когда умерла? Дня три тому. Ой. Хорошая девчонка была, хоть и с тараканами в голове. Передоз у нее. Передоз, так это у вас называется, да? А вы думаете, больше не появится? Да нет. И перевязка даже не будет нужна. Марк Станиславович выпишет вас, ну, в ближайшее время. Ну что, как говорится, на прощение последний укольчик. Ой, так мне уже 4 дня уколы не делают. Подождите, как не делают? Васнецова клянется, что ты четвертый день ничего не колет. А тебе какое дело? Вы прекрасно знаете, что это не просто препарат, что это наркотик. А, ты решил перед Димычем выпендриться, да? У тебя ничего не выйдет. Ты ничего не докажешь. А я и не собираюсь. И вообще, будешь борзеть, пожалеешь. Мне нужно знать, куда сбывают наркотики. Все. Ладно. Ну, если кто-то узнает, я тебя сгною, понял? Я жду. У меня мама при смерти. У нее рак желудка с метастазами в печень. Мы ее лечили, химию делали, но все бесполезно. Может, месяц, может, неделя осталась. Она только на лекарствах и живет. Так что я для нее беру. Если я не ошибаюсь, лекарства должны законно выдавать в аптеке, нет? Выдавать. Пошутил. Продавать за немалые деньги. Мне интересно, долго это будет продолжаться? Я же тебе сказал. Может, месяц. Так что, хочешь, говори Димычу, хочешь, нет. Хороших хирургов поискать еще нужно. Я-то без работы не останусь. А вот тебе придется жить с этим. Дай мне соли. Не понял. О, здорово. Привет. Ты как раз вовремя, там Катька пельмени сварила. Проходи на кухню. Спасибо, мне просто позвонить срочно нужно. А, ну звони. Ну тогда учти, мы начинаем без тебя, да? Клиника эстетической хирургии, слушаю вас. Добрый день, а Светлану Герасименко можно попросить? Мы персонал к телефону не зовем, извините. Девушка, ну это очень важно. Это соседи снизу. Позовите ее, нас заливает, а у нас евроремонт. Одну минуту.
Ну ты долго там еще? Алло? Алло, Свет. Привет, это я. Боря, господи, а мне Лиза сказала, что там поток. Свет, Свет, не называй меня по имени. У меня к тебе есть просьба. Сделаешь? Конечно. Кран, говорите, прорвало. Ужас какой. Свет, послушай, мне нужен домашний адрес Марка. Нашего Марка Станиславича. Я постараюсь. А сильно вас залило? Свет, ты веришь, что я не виноват? Да. Я постараюсь сообщить маме на работу. Хорош болтать. Димыч узнает, полдня разоряться будет. Свет, послушай, как только узнаешь адрес... Перезвони по этому номеру и сотри его из памяти. Сделаешь? Хорошо. Болеет. Я быстренько. Лиза, может, поехали после смены ко мне домой? Я подумаю. Что же я тебе все время уговариваю, ты все время ломаешься? А Беллис у тебя есть? Марк Станиславович, поговорить надо. О чем? О работе. Ну, говори. Это конфиденциально. Борь, скажи, у тебя девушка есть? А что? Я тебе нравлюсь? Ну... Вот это номер. Лизка, а у него Беллиса точно нет. А ему и не надо. Так что, Боренька, что скажешь? Лиз, ну... Ты для меня слишком шикарна. Ладно. Смотри. Потом пожалеешь. Обязательно. Алло. Светке звонили только что. Я думаю, это был Борис. Да, номер сейчас дам. Дмитрий Иванович, можно? Да. Ну, вы понимаете, мне просто больше не к кому обратиться. Я... Только не сердитесь, пожалуйста, ладно? Что случилось? Садись. Мне Боря только что звонил. Садись. Где он? Не знаю, но ему очень срочно нужен адрес Марка Станиславовича. Зачем? Вы мне поможете? Хорошо. Только, пожалуйста, об этом никому ни слова. Угу. А то посадят нас с тобой как соучастников. Ну и пусть посадят. Что значит пусть? Пусть. Такими вещами Светочка, между прочим, не шутит. Вот, нашел. Угу. Вот там. Можно я от вас позвоню? Ну что ж делать? Звони.
Алло. Привет, Борь. Ты записать можешь, да? Угу. Пиши. Пишу. Угу. Улица Горького. Горького. 27. Квартира 40. Квартира 40. Угу. Все, пока. Марьян, ты скажи хоть куда идешь, чтобы знать, где тебя искать. Слушай, не хотелось бы тебя впутывать. Ты мне и так сильно помог. Да ладно тебе. Да, кстати, если что, приходи ночевать. Угу. Давай, будь здоров. Это надолго? Кать, ну не начинай. Борька нормальный парень. Да и вообще, кто бы ему помог, если бы не мы? Ну давай, помогай. А когда он тебя подставит, я посмотрю, как ты запоешь. Вы хозяйка квартиры? Да. Здрасте. Простите, пожалуйста, а вы случайно Марка не знаете? Может, маму его знаете? Еще бы ее не знать. От этой наркоманки ни днем, ни ночью покоя нет. В психушку бы ее сдать. Так это она от рака так мучается. Говорят, у нее метастазы. Ломка у нее не метастазы. Наркоманка она. Это сын ее приучил к этой гадости. Подождите, вы ничего не путаете? А что тут путать? Она лет 5 назад замуж была собралась. А что? Дело молодое. Ей 50 еще нет. И мужик к ней ходил. Штатный такой. И что? Что? А потом Галька, мать Марка, забеременела. А? Забеременела? 50 лет? Угу. Вот и сын, когда узнал, чуть не рехнулся. Короче, отправил он ее на аборт. В общем, сделали. Да неудачно. Ой, неудачно. А что ты называешь неудачно, Семенович? Ха-ха, неудачно. У нее потом что-то случилось. Помешательство на этой почве. А-а-а. Сынок-то и стал ей успокоительные ставить. Она перестала все время реветь. А как укольчика нет, опять плохо дело. Ага. А он же врач. Наркотики с работы бесплатно таскает. Вот и колет ее все время. Что же это вы, Светлана Павловна? Ведь Борис Горских вам звонил. Почему вы это скрыли? Да Борис не виноват, я это точно знаю. А мы ведь еще нашли квартиру, где, извините за каламбур, он квартировал. Чтобы доказать его невиновность, нам хотя бы для начала нужно его найти. Доказывают не невиновность, а вину. Ну да. Как-никак учились в институтах. Как и вы. В отличие от вас, училась никак-никак. Хорошо. Послушай, хватит мне зубы заговаривать. Отвечай на вопрос. Что он задумал? Быстро! Товарищ капитан. Что? По этому номеру звонили еще раз. Через 7 минут из кабинета главврача. Можете идти. Это уже становится интереснее, Светлана Павловна. Так кто откуда звонил? Кать, ну будь человеком, ну сходи во двор, посмотри, ну предупреди его, чтобы он сюда не показывался. Да ты бы лучше о себе побеспокоился. А я тебе говорила, не связывайся с ним. Кать, пойми, нам все равно за это ничего не будет. Ну, подумаешь, ночевал он здесь. Ну, может, мы не знали, что он в бегах, понимаешь?
Борьку сейчас ментовку загребут. Жалко его стало. При чем здесь Кать? Ну вот если б я был на его месте, неужели ты не помогла бы мне? Так это ж ты. Кать, поверь, Борька хороший парень. Ну сделай это ради меня. Последний раз. Хорошо. Но только чтобы я его здесь больше не видела. Спасибо. Кать, ну в общем, ты маме привет передавай. А я тебе позвоню, хорошо? Угу. Ну все, иди. Свидетели говорят, что в 12:46 вы, Дмитрий Иванович, находились в своем кабинете. И в это же время был сделан звонок на квартиру, где скрывался подозреваемый в убийстве Борис Горских. Илья сделал себе укол сам. Добровольно. А значит, это не убийство. А если бы это был твой единственный сын? Хотел бы я на тебя посмотреть. Все думают, наркоман, значит, туда ему и дорога. Ильюша был очень доверчивый, нежный мальчик. Это моя вина, что я не был с ним ласков. Думал, мальчишка, не надо. Ну-ка, покажи руки. На, полюбуйся. Что это? Следы от наркоза. Главврача спроси. Ладно, как только снимут швы, махнем с тобой на море. Только поедем, конечно, вместе, потому что вместе мы с тобой никогда не ездили. Отдохнем. И ты поедешь из-за меня. Махнем на Красное море. Слушай, а давай Машку с собой возьмем? Кого? Машку. Ты не знаешь ее совсем. Она классная, когда не колется. Ну послушай, ей с нами будет хорошо. Может, она тоже вылечится. Илья, если ты серьезно решил завязать с наркотой, тебе придется забыть о существовании этой девицы. Ну почему? Потому что это шалава не для сына Карасева. Машка нормальная. Тебе нужна нормальная девушка. А Машка твоя наркоманка. Тебе что, девиц кругом не хватает? Хватает. Ну так в чем дело? Закончим эту тему. Пошел ты со своим Красным морем. А теперь что? Что у меня осталось? Дмитрий Иванович, а что нужно было от вас Борису Горских? Хорошо, я отвечу. Борис спрашивал адрес Марка Станиславовича Горелина, нашего врача. Зачем? А вот это вы спросите у Бориса. Если мои ребята докажут, что твой Борис дал дозу Илье,
Я от твоей клиники камня на камне не оставлю. До свидания. Вспомните, пожалуйста, связывал ли что-либо Бориса с неким Гореллиным Марком Станиславовичем? Я впервые слышу это имя. Да? Ну, возможно, он как-то иначе его называл. Маркуша, Горелик, ну, что-то в этом роде. Вы знаете, Борис очень мало рассказывает о себе. Как-то так сложились отношения. Я ему не мать, и подружиться нам как-то не удалось. Но все-таки я прошу вас вспомнить что-нибудь, что сможет нам помочь. Помочь в чем? Посадить невинного человека в тюрьму? Он сам себя поставил в неловкую ситуацию тем, что убегает от нас. Если бы тогда он не покинул место преступления, то, возможно, минут через 20 его бы отпустили. Может быть. Как бы там ни было, я уверена, что Борис ни в чем не виноват. Он патологически не способен на подлость. Мой сын слабак и тупица. А я, наоборот, слышал о нем только хорошее. Может быть. А он подумал, в какое положение он поставил меня. Он подумал... Вадим. Печенье? Нет, спасибо. Благодарю вас. Если вспомните что-нибудь, пожалуйста, позвоните. Да, конечно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Я вас провожу. Борь. А, Кать, ты? Тебе лучше оставить нас в покое. В смысле? В квартире менты, и у Олега будут из-за тебя проблемы. Ну, я просто хотел сказать спасибо. Все, и тебе. Давай, вали, а то нас обоих попали. Ну, давай, топай. Удачи. В этом доме живем? Да. Так вот он уже. Вот что ты эти черные. Быстро за ним! Ватюш, что происходит? Ты о чем? Ты у меня самый умный, самый замечательный, самый талантливый. Я тебя люблю очень-очень-очень. Но даже я иногда тебя не понимаю. Ты о Борисе? Ты ревнуешь меня к своему сыну, так? С чего ты взяла? Ну вот с чего ты взяла? Почему ты ему не купишь отдельную квартиру? Ты же можешь себе это позволить. Я бы уже давно это сделал, если бы ревновал. Но это нормальное чувство родительское. Контролировать своих чад. Ты хочешь контролировать нас обоих. Я тебе давала повод. Ты понимаешь, что ты унижаешь себя этой своей глупой ревностью. Меня унижаешь, сына своего. Он же еще в школу ходил, а ты уже начал меня к нему ревновать. А я с ним подружиться хотела. Хотела быть ему мамой. Пафосно звучит. Ну, старшей сестрой. Ты же сделал все для того, чтобы он стал от меня шарахаться.
Из-за этой ревности ты не стал ему отцом настоящим. И вот что из этого вышло. Это твоя личная версия. Ты считаешь, что в том, что произошло, виноват я, да? А ты считаешь, что нет? Мой сын неудачник и тупица. Вот что я считаю. Ну ты умный. Ты умный, ты мудрый человек. Помоги ему. Помоги, он молод, он имеет право на ошибку. Он запутался, он попал в беду. Помоги. Хорошо, я подумаю. Я подумаю об этом. Что это вы, Марк Станиславович, убегаете от представителей закона? Или вам есть что от нас скрывать? А откуда мне знать, кто это мной интересуется? Тем более, что у вашего коллеги на лбу уж ничего не написано. Логично. Только вместо того, чтобы удирать, взяли бы да спросили. Ну так что, будем сознаваться или как? Здравствуйте. Печенье овсяное дайте, пожалуйста. Угу, спасибо большое. Привет. О, Господи, Боря, ты что тут делаешь? Так и знал, что у тебя здесь встреча. Ты же известный сластёнок. Держи. Ты как вообще? Нормально. Ты где прячешься? Свет, я везде. По-разному. Короче, житель мира. Борь, ты, наверное, думаешь, я тебя к себе позову, да? Ко мне нельзя. Я тоже под подозрением. Света, я вообще не должен был тебя ни во что впутывать. Извини. Свет, мне есть куда пойти, не переживай. Я вспомнил человека, он мне поможет. Свет, спасибо тебе большое. Подожди, пожалуйста, я с тобой, ладно? А Горских поймали? Это тайное следствие. Значит, поймали. Вот ублюдок. Что вы имеете в виду? Он мне обещал, что будет молчать. А сейчас я решил все свалить на меня. У него ничего не выйдет. И я тоже не дурак. Хорошо. Мы готовы выслушать вашу версию. Возможно, Борис Горских врет. Понимаете, он несколько дней назад заявил мне, что я ворую лекарства. Но якобы я пишу в журнал, что укол проставлен, а ампулы забираю себе. А на самом деле? У меня мама очень больна. Ей нужны сильные обезболивающие. А где их возьму? Это все ради нее. Я же их не продаю. Я не убивал Карасева. Я ему ничего не давал. Я здесь ни при чем. Тогда объясните нам, почему, по словам врача, который только что обследовал вашу мать... Коллега хотел сказать, что Горелина Галина Федоровна совершенно здорова. Но крайне истощена и находится в серьезной наркотической зависимости. И хотел как лучше. Для нее. Понимаете, она так мучилась, и я не мог на это все смотреть. А сколько мне дадут?
приехала. Свет, нам выходить уж пора. Уже? Угу. Здравствуйте. Борис, Света. Слава богу, ты цел. Проходите. Проходите, проходите. Проходите, проходите. Ну что, удивлены? Жилье холостяка, ничего лишнего. Дмитрий Иванович, вы уж нас простите, что мы даже не позвонили, ну, без звонка. Боря, мы же свои люди. К черту формальности. Садитесь. Спасибо. Скажи, а как ты узнал мой адрес? Ну, я же к вам еще маленьким приходил. Ну, когда ваша жена была в живых. Ну, помните? Веришь, забыл. Ну, ладно, это не важно. Важно, что ты пришел, а значит, ты мне доверяешь. Понимаете, Боря, вообще некуда идти. Я просто подумал, что здесь буду в безопасности. Ну, если, конечно, вы не прогоните. Даже не знаю. Ну, ладно, пойду приготовлю что-нибудь перекусить. А потом будем думать. Посмотрите, не он ли? А ну останови машину. Добрый вечер. Сержант Кириллов. Проверка документов. Здравствуйте. Спасибо, всего доброго. Похож, но не Горский. Ничего, найдем. Далеко не убежит. Нам здесь не рады, тебе не кажется? Свет, ну что ты говоришь? Ну, Димыч, он же мой крестный. К тому же, человека тоже можно понять, он рискует. Возьми. Это что? Ну, пусть у тебя побудет. Свет, ну не выдумывай, ну со мной ну, все карман, будет нормально. Боря, в карман нормально. Положи. Боря, только без обид. Подожди. Ты уж совсем из меня какого-то монстра делаешь. Чтобы я крестника ночью на улицу выгнал? Ну, пойми, тебе здесь оставаться тоже нельзя. А что же нам делать? Я позвонил приятелю, у него дача пустует. Так что я думаю, что спрячем Борьку там. Угу. Он с минуты на минуту подъедет. Надо торопиться. Останемся без ужина. Пойдемте. Thank you.
Алло, пап, это я. Это ты? Не ожидал тебя услышать. Пап, мне помощь нужна. Помощь? Ты рассчитываешь на мою помощь? Это после того, что ты натворил. После того, что сделал. После того, что... Ты буквально наплевал на меня. Пап, ну почему? Тебе не стыдно просить у меня помощь? Алло, ты меня слышишь? Что ты молчишь? Алло. 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 Алло? Боря, боже мой, как хорошо, что ты тогда убежал. Да там такое началось, нас с Димычем чуть не арестовали. Да. Я поняла, да, адрес офиса Карасева. Ну, давай ты мне в 11 перезвонишь. Да, я буду ждать у телефона, да. Все, пока. Добрый день. Девушка, мне к Руслану Евгеньевичу Карасеву. Как вас представить? Скажите, что это тот человек, который подозревается в смерти сына. Я знаю, что вам нужен настоящий убийца сына. Разве это не ты? Если бы это был я, придя к вам, на что бы я рассчитывал? Я вам докажу, что я не давал наркотики Илье. Вы дайте мне немного времени. Ну, в конце концов, вы можете меня найти в любой момент, в любую секунду. Вы же можете убить меня прямо сейчас, но я думаю, что вам нужен настоящий убийца. А зачем вы сказали Илье о смерти Маши? Я ничего Илье не говорил, об этом писали все газеты. У тебя есть 3 дня, пошел вон. Больной, вам прогулки положены. Здорово. О, Борян, привет. Я уж думал, тебя повязали. Но пока нет. Так а что, ночевать не приходил? У тебя же гости были. Так мы бы тебя к Катьке оформили. Спасибо. Слушай, у меня к тебе просьба есть. Ну? Там за человеком задним нужно проследить. Где он? Короче, крутится еще кроме своей квартиры. Вот. А я тебе вечером звякну. Ты не мерзнешь? А? Не холодно? Да нет, куда там? Видишь, куртка какая. На 2 размера больше. Ты-то как? Да я нормально. Ты зря мне не сказал, я бы тебе свитер принесла. Да, Свет, перестань. Застегни куртку. Да ничего. Ну, застегни. Свет, спасибо, что выкрыла. Минутка для меня, правда? Да я... ладно. Что ты дальше делать будешь? Ну, ты-то хоть не дрейф. Ладно. Хорошее начало. Да, у меня просто к тебе есть дело небольшое. Мне сегодня вечером нужно встретиться с одним человеком, поговорить. Когда я узнаю его адрес, я тебе перезвоню. Угу. Послушай меня внимательно. Если к часу меня не будет, пожалуйста,
Вызови по этому адресу ментов, хорошо? Боря, а ты чего придумал? Свет, ну все будет нормально. Ну просто не перепутай только. Ровно в час, не раньше. Хорошо. В общем, все, как ты сказал. Он живет за городом, в очень большом и, судя по всему, комфортабельном доме. Еще кто-то есть? Живет, скорее всего, один. Ну, из охраны только собака одна. Я думаю, это не проблема. Подкинь меня туда. Там, без проблем. Ладно, давай. Может, все-таки подождать? Не надо, слушай. Меня Катька совсем убьет. Это принесло на ночь глядя. Это Борис. Как он узнал? Работает голова у мальчика. Работает. Зря ты его тогда отпустил. Значит так. Пока я буду открывать, ты исчезни. И позвони Свену. Он знает, что делать. Борь, а как ты здесь оказался? Поговорить надо. Поговорить? Ну что ж, проходи. Ну? Я слушаю. Вот так выглядит жилище холостяка. Так, чего ты хочешь? А я хочу спросить, зачем вы меня подставили? Понятно. Я не хотел. Так вышло. Я перепутал. Понимаешь? Перепутал. Думал, что положил эту злосчастную ампулу в карман Марка. Значит, вы знали, что Марк ворует лекарства? Да, знал. Илью зачем вы убили? А с чего ты взял, что это сделал я? Я просто кое-что вспомнил. Борис, у меня к тебе просьба. Передай, пожалуйста, этот журнал Илье. Я и не знал, что Илья читает желтую прессу. Да, и еще. Сделай перевязку Репиной из 6-й палаты. Она что-то вчера жаловалась. Хорошо. Я правду хочу знать. Вы сначала дали Илье наркотик. Потом вы подсунули ему журнал, где было написано, что Маша умерла. Или наоборот. Тем самым вы же сами толкнули его на самоубийство. Никто не хотел убивать этого сопляка. Просто Свен и Илья не поделили бабу. Гость, стой, не дергайся. Это ты здесь в гостях? Так, ну-ка, ну-ка. Увижу тебя здесь еще раз, мой отец знает, что с тобой сделает. Ну, давай, давай. А сам что, слабо? Ты, папенькин сынок. А ну, повтори еще. Я повторю, повтори. Я повторю, только ты уже не услышишь, понял? Маша не твоя собственность. О, какие мы грозные. Ну-ну.
Слышь, я прям тут обделался весь. Любишь? Маша! Чё, Маша? Чё, Маша? Давай, спроси. А я и спрашивать её не буду, что ты ей нафиг не нужен. Ну-ка назад отошёл. Дай дойти. Назад отошёл, я сказал. Назад отошёл ты! Назад! Ну! Достал. Щеклуха. Отдыхай. Рот откроешь, и тебе мало не покажется, сучка. Потом Свен притащил Илью в клинику. Но я не знал, что это сын Карасева. Я его заштопал. А потом деваться было некуда. Надо было терпеть. Человека зачем убивать? Ну, наконец-то! Ну? Чего прибежал? Машка умерла. Тварь поганая. Ну и что? Теперь этот карасевский ублюдок меня сдаст. Он же решит, что это я ее. А нахрена ты с ними связывался? Адреналина захотелось? Вот теперь и получай. И меня во все это не впутывай. Значит, ты пас? Да, я пас. А не выйдет. Я один отвечать не собираюсь. Если меня зацепят, я им все расскажу. И про домик твой в лесу. И про то, на какие шиши все это отгрохано. Ты не думай. Я стесняться не стану. Ну ты скотина. Да, скотина! Ладно, не скули. Я что-нибудь придумаю. Я только предложил ему наркотики. Все остальное он сделал сам. Ну, теперь ты все знаешь. Свен, это кто? Свен, это я. У тебя есть 3 дня. Беги, Борис, беги. Спасибо тебе огромное. Я просто подумал, что они все уж не успеют. А если бы ты еще слышал, как я их уламывала, вообще собиралась к Красиву звонить. Ну, ты, оказывается, геройская девушка, Светик. Ну. Полегче, воин! Ну что, в город подкинуть? Да нет уж, спасибо, мы пешком дойдем, да, Светик? Угу. Этот баллончик твой, оказывается, совсем пустой. Что, вообще не брызнуло? Даже ни капельки? Даже ни капельки. Извини меня, пожалуйста. Thank you.
Поторопись ко мне, давайте!